Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь на вкусной кухне пиар-бара. И с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. Сегодня мы приготовим наипростейший десертик. Печеное яблоко с медом и с грецким орехом. Наверняка кому-то он знаком. Ну, если не знаком, значит, вы познакомитесь с ним. Готовится все очень просто, но вкусно, полезно и питательно. Значит, что нам для этого понадобится? Вот такой вот инструмент для вытаскивания середины яблок. Ну, яблоки. Я взял наши сезонные яблоки. По сезону можно брать ранетки. Ранетки получаются очень вкусно. То есть мы с вами вытаскиваем середину. Большое яблоко брать не нужно, потому что готовиться оно будет долго. У меня дробленый грецкий орех, я его подготовил, я его сейчас смешаю с медом. Грецкий орех, мед. Я беру лоток, ставлю наши яблочки и сердцевину, серединку, то есть где мы вытащили, я начинаю наполнять нашим грецким орехом с медом. Яблоко готово, мы ее отправляем в пароконвертомат, дома можно в духовку, на температуру 150 градусов, примерно 15 минут оно у нас проведет в пароконвертомате. Наши яблоки в печку. Убираем жар. Все, 150 градусов на 15 минут я поставил. Я достаю наши яблоки, они уже подошли, ну, они уже готовы. Ох ты ж. Одно у нас немножко треснуло, но ничего, это вот я говорил. То есть, понятно, и от сорта яблока, да, зависит. Но два штучки у нас остались целые, поэтому нам их будет достаточно. Ну, время регулируется, можно чуть-чуть времени. Я соберу вот вытек мед, да, с наших яблок, с грецким орехом, то есть, ну, при температуре, да, я прям вот так вот полью, это будет некой такой глазурью сверху, наши яблоки станут блестящими. Отправляем наши яблочки. У меня вот такая вот красивая консервированная вишня, от нее пошел аромат, и сахарная пудра. Все. Наши печеные яблоки с медом и грецким орехом готовы. Приятного аппетита. Ждем вас в гости на вкусной кухне пиар-бара.